Пощадите, господин, я пришел сообщить вам, что вода для ванны готова. Да? Извините за беспокойство, простите. Шэнь Юйцинь. Надо узнать, не путешественник ли ты. Будем купаться вместе? Я, пожалуй, пойду. У тебя так часто бьется сердце? Тебя влечет ко мне? Шэнь Юйцинь, просто подожди. Когда-нибудь я выведу тебя на чистую воду. Глава, как обстановка? Рыбка попалась. На крючок. Это плохо. Уходим. Глава. В чем дело? Я слышал, что глава был ранен. Опасаясь засады, я привел людей, чтобы защитить вас. Неужели? А не ты ли подослал тех убийц? Глава, как вы можете? Как это мог быть я? О моем расследовании в поместье Цяо узнал только ты. Император лично собирал секретную службу, и только ты? Человек вдовствующей императрицы. Как ты узнал? Тот день, когда ты присоединился к секретной службе, я уже знал. Этот Шэнь Юйцинь просто непостижим. Действительно ли он путешественник? Я не могла ошибиться. Сложи оружие и сдайся. Тебе не сбежать. Шэнь Юйцинь, ты сейчас серьезно ранен. Тебе меня не остановить. Вперед! Я предупреждал. Тебе не сбежать. Ты не был ранен?
Моя рана лишь уловка, чтобы выманить тебя. К счастью, у нас с Шэнь Юй Цинем одна цель. Если я смогу раскрыть это дело и вернуться, хорошенько его отблагодарю. Должна признать, этот парень всем своим видом излучает опасность. И это заводит. Говори. Кто послал тебя? Не скажу. Евнух. Я его убил. Как же ты смог? Когда произошло убийство в поместье Цяо, ты развлекался в борделе. До утра не возвращаясь в департамент. Так кто настоящий кукловод? Вдовствующая. Хватит! Если хочешь, можешь меня убить или содрать живьем кожу. Секретная служба подчиняется императору. Значит, между ним и императрицей Тёрки? Какие сложные отношения. Ты можешь не бояться смерти. Но что насчет твоей малышки-дочери? Только посмей! Хорошо. Я все расскажу. Настоящий убийца. За ним! Глава. Он мертв. Вывези его дочь из столицы и позаботься о ней. Есть. Значит, мне нужно найти настоящего убийцу, чтобы вернуться в реальность. И раз все связано с вдовствующей императрицей, я должна пробраться во дворец. Не переживай. Этого хватит, чтобы снять обвинение семьи Цяо. Хозяин, барышни нет в комнате. Понял. Можешь идти. Хорошо. Как красиво. Я слышала, что многие девушки в столице готовы дорого тебе заплатить за такие портреты, в том числе женщины из влиятельных и знатных семей, но ты отказал им всем. Я не вырезаю женщин. Какими бы красавицами они ни были, никогда. Тогда, может, вырежешь одну для меня? Она только что вышла из тюрьмы. И уже снова куда-то сбежала. Когда вернется, ноги я ей переломаю. Господин Цяо, Сен-Син всегда была такой, не гневайтесь. Юйян. Вы с Сен-Син выросли вместе. Конечно же, ты знаешь ее натуру. Я уже далеко не молод. После смерти Нанчена у меня осталась только Сен-Син. В будущем... Я оставлю Цинцин на тебя. Господин Цяо, поверьте, что бы ни случилось, я буду защищать Цинцин. Чем再弹一曲相思调，留恋今日花正好，茶未了。